Похоже, пойду приму ванну, выпью чашечку чая травяного. Да, нифига себе, порядочка. Котлетка с пюрешечкой. В тюрьме так не кормили. Шелдок, а ты чего не кушаешь? Вот эти пожарские, да? Там вот что-то картошку не добавили, там в основном гречка. Значит, на мою гречку посмотреть есть еще долго. Ну, гречка. Ну что, за три дня-то тоже есть, а надо было что-то. Давление сейчас померим. На всякий случай на ночь. Купили же этот термометр. Тахометр. Угу. Вроде как точно показывает, уж я не знаю. Вроде точно. Сколько? 40 на 100. 40 на 100, но уже хорошо, не 160. Не 170. Да. Ну ладно, нормально, да? Ну пока не будем сбивать, а то все нас тут разбили очень сильно. Посмотрим перед сном. Я, кстати, слышала про эти таблетки Лариста. Ну, я же пока не знаю, гипертоник я или нет. Может, это у меня так? Да не, ребят, на самом деле, если проводить промежуточные итоги, конечно, год был просто огонь. Кто бы там что ни говорил, блин. Кто бы там что ни говорил. Это просто было что-то с чем-то. Ну и надеюсь, следующий такой же будет, а то интереснее. Наташа, а чё за Дубай и чё за Морген? У деда шиза началась после рехаба. Какой Моргенштерн? Расскажи сама, чё такое? А чё за Дубай, чё за Морген? Я тоже не в курсе. Расскажите. Да скоро всё всплывёт, ребят, чего вы там переживаете? Интернетом ничего не спрячешь, понятное дело. Да нет, ребят, что значит я... Мне сегодня предложили там закодироваться, там, не знаю, вшиться там за это, как называется, загипнотизироваться там или что там, да? Я отказался. Я знаю, что я все равно это буду делать, но надо сделать паузу, которая просто жизненно необходима. Как мне доктор сказал, минимум, говорит Серег, 2 недели перекур. Перекур. Угу.